Вкусное название ядовитому растению досталось от его родственников, так как по всему миру их насчитывается около 70 видов. Борщевик сосновского, распространенный в нашем регионе, один из трех гигантов этого семейства. Есть виды, достигающие даже 6 метров в высоту. Вообще борщевик сосновского – это было культурное растение, которое по приказу Сталина было привезено из Грузии для того, чтобы делать из него силос для кормления скота. Потому что силос из борщевика, он в 100 раз питательнее, чем силос из овса. Не до конца изученные свойства борщевика дали отрицательные результаты в применении, и его культивация была остановлена. Растение, призванное нести благо для сельского хозяйства, всего за 30 лет, как говорят биологи, убежало из культуры и одичало. Внешне это ядовитое растение напоминает гигантских размеров укроп. В высоту оно может достигать 2-3 метров и произрастает обычно на заброшенных полях, садовых участках и вдоль дорог. Борщевик стал жить своей жизнью и постепенно захватывать бесхозные участки земли. С ним очень тяжело бороться. Корень борщевика уходит в землю на 2 метра. Количество вызревших семян гигантских зонтиков может достигать 30 тысяч. За несколько десятилетий растение мутировало и стало опасным для человека. Сок очень ядовитый, вызывает ожоги второй и даже третьей степени. Если сок борщевика попадает на тело человека, то эфирные масла, входящие в его состав, лишают кожу защиты от ультрафиолетового излучения и вызывают фотодерматоз. Опасны все части этого растения, особенно в фазе цветения и созревания семян. Все действия с борщевиком нужно проводить только в спецодежде. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.